Всем привет! Сегодня я вам покажу макияж на Хэллоуин с помощью вот такого грима. Или я не знаю, что это. Ну, в общем, это грим вроде как. Для начала я укладываю брови, чтобы они не мешались нам в течение всего макияжа. Сейчас я беру грим и наношу на лицо, уши и шею. Вообще этот грим по текстуре сложный, и мне было его сложно наносить, потому что он жирный, и вообще, короче, мне было сложно. Так, теперь мне нужно выбелить зону под глазами и подбородок. Да, на видео я взяла пудру, но я просто перепутала. Кстати, пудру мне было тоже сложно наносить, потому что грим жирный, и кисточка впитывала в себя жир. В общем, мне было сложно. После того, как я нанесла пудру с трудом, конечно, я начала оформлять брови. Я взяла черный карандаш от LCF и сделала прямые брови, потому что, мне кажется, прямые брови подходят в этот макияж. Я вообще сначала думала брови оформить подводкой коричневой, но я поняла то, что она не очень хорошо рисует, и она вообще у меня заканчивается, но не суть. И я взяла карандаш и стала рисовать брови. Так, сейчас я буду делать контуринг. Я взяла палетку. Я, кстати, не знаю, я в Еве покупала эту палетку. Я даже не знаю фирму этой палетки. В общем, я делаю контуринг. После того, как я сделала контуринг, я
беру неоновую палетку от Ламель, желтенькую, и беру фиолетовый цвет и крашу глаза. Итак, после того, как я накрасила глаза тенями, я прокрашиваю слизистую и этим же карандашом крашу нижнее веко и растушевываю. Рисую стрелки подводкой лайнером от L'Oréal. Делаю стрелки большие, выразительные, красивые. В общем, после стрелок я крашу губы карандашом, которым я рисовала брови и глаза. Вот, но тут я поняла то, что легче будет накрасить гримом, и я крашу гримом губы. Потом я нанесла на губы блестки, которые были в той же палетке, что я и контурировалась. И потом я эти же блестки нанесла еще и на глаза. Вот и все, макияж готов. Кстати, тут я наношу хайлайтер. Макияж готов. Согласна, макияж не идеальный. Можете мне не писать это в комментариях. Я и так это вижу. Потому что грим жирный. И очень сложно убрать блеск какой-то пудрой обычной. Это очень сложно. В общем, кому понравилось видео, ставим лайки, пишем комментарии, подписываемся на канал. Всех люблю. Всем пока.